Постоянно повторять эту фразу и благодарить Господа. Слава Богу за все! Thank you.
митрополита Константинопольского Павла. Благодарю тебя, мой Вседержитель. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю Создатель мой Владимир, забудьте за кровь мою, за все тебя благодарю. Мой мой Создатель, ты даже жизни нам, спаси трущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за то, что ты простил, простишь, примешь и Ночью в окна тихо шумят.
Замечательно пели, слава Богу, за все, за мурашек. И мы уверены, что следующую песню, следующий духовный танец мы должны петь одним большим сводным хором. Согласны? Потому что слова очень простые, очень понятные и такие нужные каждому человеку. Радуйся, святая Дева! Yeah.
которые приехали к вам из города Казахи. Православная гимназия имени Казахстана. Радостные веселинки, ваши аплодисменты!
Thank you.
Браво! Браво, Зя! Браво! Дорогие друзья, в репертуаре нашего большое количество разной музыки. Духовные канты, псалмы, молитвословия, светские шлягеры, авторская музыка, многое другое. Но значимую часть репертуара нашего коллектива составляют песни военных лет. В 2020 году совместно с Александром Невской Лаврой мы выпустили альбом «Ушедшим в бессмертие». И сейчас хотим исполнить для вас несколько песен, вошедших в этот альбом. Махнем, не глядя, как на фронте, говорят.
какая бы черная, темная ночь перед глазами не стояла, всегда за ней наступает рассвет. И мы видим это солнце. Девушку простую,
Неразлучный навек, как все эти боги,
Антракт 20 минут, ура! Ура!